Привет всем! Я бы хотела сказать пару слов о партии, которая в последнее время для меня стала очень ценной и очень любимой. Это партия Лючии де ля Мермур. Это, наверное, один из самых загадочных образов в музыкальной литературе. Здесь есть и любовная лирика. Здесь есть и любовная лирика, когда она поет Сетгарда. Здесь есть и драматизм, когда она отстаивает свою любовь к нему в дуэте со своим братом. И абсолютная отрешенность от реальности уже в сцене сумасшествия. Есть такое мнение, что она с самого начала подвержена психическим отклонениям. Может быть, оно так и есть, кто знает. Интересно, как думаете вы? Но я считаю, она очень странная и очень интересная личность. И поэтому она мне очень-очень нравится. Мне очень нравится исполнять эту партию.